Тепличный комбинат «Солнышко» в Нарьян-Маре приступил к сбору первого урожая. Более 724 килограммов огурцов собрано в первый день. Весь собранный урожай сразу поступает на прилавки сетевых продуктовых магазинов. Цена на продукцию, по словам начальника тепличного комбината Галины Чебыкиной, осталась на уровне прошлого года. На площади более 2000 квадратных метров красуются посадки огурцов уже полюбившегося нарьян-марцами сорта голландской селекции «Раис». В прошлом году огурцов такого сорта удалось собрать 63 тонны. В этом году планируется собрать около 70 тонн. Такой объем позволяет закрыть потребности региона на треть. Поэтому около 70% огурцов на прилавках магазинов привозные. По медицинским показателям 13 килограмм на душу населения, да, овощей, вот огурца именно, мы можем только 3 килограммами обеспечить. Всем хорошо известно, что огурец – это очень полезный продукт. Его плоды содержат необходимые организму витамины А, В1, В2, кальций и железо. Для сохранения полезных свойств важно, чтобы огурцы были по-настоящему свежие. Для поддержания температурного режима и обеспечения благоприятного климата для теплолюбивой культуры в теплицах оборудовано 4 контура отопления – шатровое, боковое и надземное. Но в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты этого недостаточно. Существует еще подземные, так как у нас вечная мерзлота, знаете, да, поэтому, чтобы корневая система была в соответствующих условиях, поэтому там еще подземные трубы проходят. Также специалисты тепличного комбината «Солнышко» обеспечивают агрономов-любителей рассадой этого полезного овоща. В прошлом году более 1000 растений отправились к огородникам округа. В этом году, по словам руководителя, объемы снижаться не будут. Продукцию тепличного комбината уже можно встретить на прилавках городских магазинов. В числе первых свежую партию витаминов получают традиционно детские сады, школы и больницы. Для нас это очень важно, что они получают именно очень качественный и здоровый продукт, натуральный. То есть у нас все огурцы выращиваются на почве, да, то есть не на минеральных там подложках, а именно на почве. Поэтому вкусовые качества достаточно очень как бы так в лучшую сторону отличаются, чем те, которые привозные огурцы, допустим, с других регионов. В настоящий момент на предприятии приостановлены работы по модернизации старой котельной. Как только произойдет долгожданная модернизация, у тепличного комбината появится возможность застроить и подключить к отоплению новые теплицы, что позволит обеспечить город овощами и зеленью круглый год, а также расширить ассортимент производимой продукции. К огурцам, томатам, луку и зелени добавится болгарский перец и баклажаны. А пока по соседству с новым урожаем огурчиков красуются завязи нового сорта томатов «Ивановец», который отличается равномерно созреванием, ярко-красным плодом, относительно прочным и гладким, что положительно влияет на качество продукции при транспортировке на дальние расстояния, что особенно актуально для нашего округа. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».